Морин – дриада, обитающая в лесу на болотах близ Вызимы. Глава 2. Морин вместе с друидами поселилась на окраине болота. Путешествуя, Геральт из Ривии знакомится с дриадой, девушка попросила ведьмака выполнить для нее услугу. Для Геральта не составило труда успешно справиться с поручением девушки, взамен она благодарит его, по-своему. Для получения карточки стоит при себе иметь шкуру волка, и заговорить с Морин во время квеста, заблудшая овца, в котором нам предстоит найти пропавшего мальчика из деревни Кирпичников. Особый диалог с дриадой станет доступен после разговора о пропаже ребенка с одним из друидов. Узнав, что дриадами могут стать только девочки, и что перед тем, как провести ночь с мужчиной, тот должен доказать дриаде свою смелость и силу, нам открывается возможность вручить деве шкуру волка, но и после этого та не соглашается, так как ведьмаки бесплодны, а в иных целях, кроме как для размножения, дриады сексом не занимаются. Карточка открывается после выбора этих реплик, совокупление может быть полезно, секс снимает напряжение. Запись в дневнике. Я получил урок обычаев лесных дриад. Должен признать, они заметно отличаются от человеческих, но мне понравились.